и отцепилась. Вот надо, прям с очки отцепилась. Вот это да. Вот это кабанчик. Ты осторожно с кабаном, сейчас он тебя съест. Осторожно, тяжеленькая такая. Какие она свечки давала. Ты видел бы, какой у нее рот большой. Боком ее не видно. Вот это да. Ребята, всем привет. Мы выходим на Зеленцы. На закрытие сезона. Наверное, последний такой денек тут, чтобы сходить на Зеленцы. Дальше идет дождь, шторм и осень. А пока вот такая красотища. Тянем. Тянем кого-то. Сейчас на нее опять бум, щука. Только что попалась щукарик такой небольшой, на него взялась щука большая. Это тот же самый, кого ты сейчас отпустил. Нет, это побольше раза два. Тоже. Они все тут поголодные. Видимо, какая-то большая щука тут стоит и жрет их. О, есть. Ну и кто там еще едет? Просто едет. Надо сзади цепить и живца. Пусть катятся. Катается туда-сюда. Ух ты, как заглотило там. О. Давай. Ты желание загадал? Перед тем, как отпустить, загадать желание. По щучьему велению. По щучьему велению. Дедушку нам сюда. Щучьего. Сейчас дед. Дочь пойдет, и дед придет. Запах я исправил. Кто там идет? Опять. Это он опять. Скажи ему, чтобы я женил. Без старших не приходил. Да. Странно. Я вот так хорошо тянул, может опять его схватить. Тянешь, тянешь? На 0,85 спиннинг клюнуло что-то хорошее. Спиннинг вообще дуга. Ух ты! Ну что такое? Так. Она, похоже, за воду зацепилась. Что, щука или? Да, щука, щука. Подъехать. Она там сидит. И ты думаешь, это прямо щука? Да. Причем хорошая, она вот не дает. Прям водоросли залезла. Не дается. Делаем ставочки. Щука это или кто? Я сейчас не упасть бы мне за борт. Задним ходом смотрим, кого. Первый раз пришлось сзади. Кого знаешь, мы так? Саня бы засела на водоросли. А ты видишь, да, где это все начинается? Не вижу. Сучок бы. Сучок ты, Адам, а ты тормозить-то будешь?
Блин, а что, мне камеру держать или сачок? Во-во-во, выходит. Сейчас. А куда мне камеру теперь? Сачок сюда. Да. Хорошенько. Вот это уже оно. Да, килограмм, наверное. Так, дайте мне к мотору подойти, а то водоросли заходят. Как она засела в водорослях и все, с концами. Первый раз сдавал назад, чтобы щуку вытащить. Да, жареха будет. Да, сегодня на ужин у нас будет жареная рыбка. А то до этого 10 мелочей она попалась. Зацепилась за сачок крючком. Самое интересное, что мы сегодня без ведра и без пакета теста. Что это еще такое? Ладно. Так, отцепились. Отцепились? А тут что? Вон. Куда пойти ее положить? Ложи камеру. Очередная поклевочка. Поклевочка. Оживились трибуны. Поклевочка. Средняя между мелочью и более-менее. Карусель какая-то. Да. И вот у нас Авральчик. В плане того, что там что-то выкручивается. Опять интересно. По всей раз действительно интересно. Если сорвется, вот это будет. Ой, ну что это будет? Что это? Смотри туда. Смотрю. Куда смотреть? Где ты? О, мамочка! Там какая-то крокодил пришел. Похоже, ее надо будет вываживать очень осторожно. И отцепилась. Вот надо, прям с очки отцепилась. Вот это да. Вот это кабанчик. Ты осторожно с кабаном, сейчас он тебя съест. Осторожно, тяжеленькая такая. Какие она свечки давала. Ты видел бы, какой у нее рот большой. Боком ее не видно. Вот это да. Размерчик. Даже она не помещается у меня в кадр. Ну, красоту. Ну, не надо так. Класс. Куда бы я? Куда бы? В пакетик. А мы даже без пакетика. Боком чуть-чуть поверни. Ох, yes. Уловчик хорош. Идиот, идиот. Кто-то там игриво попрыгивает размером с воробья. А как спиннинг-то наклоняло? Ну это же, конечно, уже не щука. После той. После той это фигня какая-то, да? Ребята, заканчиваем мы рыбалку на сегодня. Удалось поймать большую щуку. Женщина на борту, это к удаче на рыбалке. Щука действительно огромная, потом взвешу, напишу, сколько она весила. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!